Всем доброго времени суток, с вами я, Костя, и мы продолжаем прохождение DLC ко второму Dark Souls, а именно Корона Топлого Короля. Итак, прошлая серия такая была, по сути, не под DLC, ну как, отчасти. Но в этой серии я отправляюсь прямиком... туда, через главный вход в пирамиду. Кольцо защиты Гора. Вот его, ну, я знаю уже, где оно добывается. В принципе, можно было бы его добыть. Единый чародей. В ту сторону указывает. Интересно. О, это он с двуручным мечом крови дракона. Только сет брони у него. Интересно, интересно. Кстати, вот здесь тень стоит. И уже она не в цвете, уже прозрачная. Довольно... О! Прикольно. Сет хранителя могил плюс шлем Катарины. Так, знак Ковенанта пульсирует. Интересно, а что за чародей? Где-то в сторону пирамиды это сообщение смотрит. Кольцо шепота оставлю на первое время. Ну что ж. Такой довольно грандиозный вид. Посмотрим, что у нас здесь. Как вообще здесь народ поумирал? Ага, спрыгнул. Тоже, наверное, спрыгнул. Это специально, чтобы запугать, что ли? Кстати, вот отсюда на карнизы тоже на самом деле можно было бы спрыгнуть, но я предполагаю, что произойдет, скорее всего, просто по стене скатишься и все. Святилище дракона. Пение слышно. Обломанная лестница. Завал тут такой. Единственный проход направо. Ага, в дыру. Ух ты, етить. Возможно, имеет смысл поставить кольцо кошки, чтобы я там не убился. Ну все, обратно пути нет. Кольцо кошки, поставить кольцо шепота. Ага, еще не все. Еще какие-то спуски. А, я, кажется, предполагаю, я... Это то место, по-моему, которое я видел уже. Да, вот там я был. Вот там, судя по всему. Ух ты. А там туман, кстати. Внизу. Интересно.
удачи, что босс будет. Кольцо шепота молчит. Так, но здесь вряд ли ж может что-то быть. Хм. Пока что даже противников никаких я не вижу. Что, конечно, факел зажечь. Надо было свет ставить. Можно вон туда спрыгнуть. Для начала сюда. Можно ли было туда? Вот на вот эту платформу я не знаю. Так, сразу меч, наверное, стоит поставить. Там куча сообщений. Да, тут то место, где я был, точнее, которое я видел. Интересно, а этот рыцарь стоит там или нет? Мне кажется, я слышу знак призыва где-то. Но у меня только один вопрос. Почему так пусто здесь? Охренеть, высота. Рычит, рычит уже. Звон цепей я слышу каких-то. Либо ядовитого укуса, либо кларанти. Наверное, ядовитого укуса на всякий случай. Перстень стражи, он, конечно, бесполезен, но похожу с ним. О, ты смотри. Нифига себе, это еще кто такой? Это рыцарь крови дракона, что ли? Он там, мне кажется, не один. Ну, давай посмотрим. Тяжелый перекат. Броня, по-моему, такая, как я у костра видел. Та тень, которая была с мечом крови дракона, и вот в такой броне. Я что-то думал, что это броня из другого DLC. Ну, получается, что это броня рыцаря крови дракона. А что за щит у него был, я даже не заметил. Тут что-то стоит. Ага, это обычный рыцарь. Тяжелый перекат у моба. Это, кстати, редкий случай. Это, по-моему, вообще первый моб, у которого тяжелый перекат. Тяжелый
интересно, может, не может спрыгнуть сюда. По 140, а если этим, поскольку я буду снимать. 138. Те же яйца. А ну-ка. Вот этим. 63. О, да. 63, да при том, что 215. Вот у них даже сопротивление физическому урону очень большое. В 3 раза получается. Даже больше, чем в 3. Ну, с арбалета нет смысла, наверное. Но можно, конечно, проверить еще. 110. Ого. Но все равно. Самый эффективный способ — это с лука желания. У него скорострельность больше, чем у драконьего всадника. И расход выносливости не такой большой. Еще звенят цепями где-то. Ну да, и рычат тоже. Ядовитого укуса здесь не нужно, если здесь только рыцари. Блин. А, можно... О, это как еще? Это что за прикол? Я вообще первый раз вижу открытый сундук. Вот это да. Но наверху вряд ли здесь что-то есть. Ну да, наверху ничего. И в комнате тоже ничего. В таком случае стоит оставить... Оп, стоп. Ящерка кристальная. О. Вот это интересно. В таком случае, наверное, стоит забраться наверх. Кристальные ящерки, ух ты. Надо подумать, как вообще с лука. С лука, ну, в принципе, можно. Кольцо власти над молнией и клинков вместо этого пока что. И стрелы молнии. Можно вообще копьем света попробовать, но... Ну да, у меня не было эффективного оружия, но я одну, по крайней мере, убил. Только надо предмет теперь забрать. И не отъехать. Опа, это еще как. А ну-ка. Оно не в том положении остается. Так, обломок титанита, 3 штуки, грубый камень, 2 штуки, окаменевшая кость дракона, 2 штуки, ого, еще себе дроп. Обломок титанита, 3 штуки, вот это то, что доктор прописал. Но мне придется сюда еще как минимум один раз идти. Лжец впереди, ну, наверное, про... призрачную стену было сообщение. Да, тут нету никаких призрачных стен.
Ну-ка, я могу? Ну, можно так просто сделать. Это ставить, наверное, вот в таком положении. Ну, это нет, это лучше оставить так, чтобы можно было прострелить того рыцаря. Спрыгнул. Ну а теперь дальше вниз. Куда именно прыгать? Вот это хороший вопрос. Стоп. А, ну здесь проход есть. Йо. Чудеса. Такс. Кольцо кошки. Угу. Больше, чем надо, прыгнул. Вряд ли на вот эту платформу имеет смысл запрыгивать. Я могу также просто улететь и все. По идее, я должен допрыгнуть вот туда. Хотя, может быть, и нет. Нихера себе, здесь этажей сколько? Раз, два, три. Вообще здесь бездна получается. Как так? Вот сюда можно вроде спрыгнуть. Только даст ли это что-то? А, тут, так тут есть ступеньки. Можно туда еще. Ну, наверное, да, наверное, стоит. Я могу оттуда потом на ступеньки запрыгнуть. Так, я не могу вернуться, но туда я допрыгнуть, по идее, должен. Так, можно надеть кольцо шепота. Рычит. Еще один рыцарь. Ё-моё, что здесь вообще? Капец, тут территория. Они тоже могут репосты делать. Я опасаюсь тут еще в дыру какую-то не упасть.
тупо действую, но... Пока что это скорее разведка, не знаю. Если там босс в самом низу, если я туда дойду... Ну, наверное, попробую, конечно, но... Я чувствую, у меня уже не будет Эстуса, ничего. Тут тоже обломано. Какое-то пятно крови. Порчи 10 штук. Это получается просто вокруг здесь можно ходить. Стоп. Это кусок лестницы, который никуда не ведет. И там тоже. Эта лестница просто... в пустоту. Куда-то попасть, если вот туда, например, забраться. Ух, кто-то... Ничего себе. Кто-то таки допрыгнул куда-то. Отсюда, в принципе, уже можно. Спрыгнуть туда. Но я пойду последовательно. Насколько это вообще возможно здесь. Так, ну этот меч, мне уже надоело с ним ходить. Что-то нормальное поставлю. Тоже обломано. Но тут дно есть, вроде как. Чем-то, кстати, напоминает этот бухту Брайтстоун Целдора, там, где пауки были. Кто-то убил. Там за углом, что ли? Кто-то есть. Ого. Это чему-то его так сбило. Интересно. Похоже, что пение из тумана доносится. По крайней мере, чем ближе я к туману, тем сильнее пение. Можно вот туда запрыгнуть, на эту крышу, но это не сейчас. Сначала я схожу туда. Чё себе, сколько пятен крови. Там что, какой-то еще более сильный... Боец был.
Ого. Это что было вообще? И мой пост, что ли, сделали? Или бэкстеп? Угу, еще один боец. Расе, блин. Достает. Интересно, с них вообще может что-то падать или нет? Выдержал два удара. Два силовых удара он выдерживает. Я ему баланс не выбил. Проверить стоит кольцо шепота. Пока тихо. Пятен крови. Стрим, мне кажется, там есть дно какое-то. Офигеть. Тоже пустые сундуки. Интересно. Слава, доспехи. Шлем крови дракона, доспех, сет крови дракона. О, да. Тут интересно. Да, это походу то... То, что мы видели. Ну, интересно, но...
почти как доспех Бенхарта плюс 7. И по весу они намного тяжелее. Доспех черных рыцарей крови дракона, пришедших из давно забытых земель. Во время осады Вечного Святилища рыцарей, поклонявшихся крови дракона, возглавлял сир Йорх. Они провалились в Они провалились в святилище, когда проснулся дремлющий дракон. Что значит провалились? Красная тряпица, повязанная поверх черного доспеха, олицетворяет кровь дракона. Хм. Интересно. Ну, то же самое описание здесь, скорее всего, тоже будет такое же. Да, все то же, но я в Маджуле его одену полностью. Тут тем более темно. Убили рыцари. Интересно. Туда непонятно, можно ли вообще попасть. По идее можно, если вот с этой лестники спрыгнуть. Но даст ли это что-то? Здесь не перепрыгнуть, наверх надо подниматься. Походу, это у нас босс такой поющий получается. Офигеть. Я сообщение видел. Ух ты, костер. Ни хрена себе. Я хотел посмотреть сначала сообщение, промахнулся. Ты шо, ты шо? Охренеть. И вот в таком месте я обычно по углам проклацываю, а тут просто, блин, так хрен найдешь. Снова это место, ну, не знаю про какое. В замке Дранглик было нечто подобное. Ну, в этой локации тоже тайная комната была. Так, ну это прикольно на самом деле. Использовать его пока я, наверное, не буду. Хотя можно было бы вообще. Получается, два рыцаря будут. С рыцарей, наверное, ничего не может падать. Все-таки, наверное, я его использую. Сейчас посмотрим на доспех, а потом... вернусь сюда. Кстати, это у нас центр святилища. Ну, получается, вот у нас в святилище уже все костры. Здесь все костры. Если эта локация уже к другому DLC относится, то получается, что в этом DLC у нас уже все костры. Открыты. Это можно сразу сменить. Ну и посмотрим.
удобно, что он в самом низу, искать его не надо. Ну и для... Ну да, это... Я не раз, кстати, видел игроков в таком сете. Ну и вот даже в этой серии у костра был такой боец. Для полноты картины. Это... А щит у них, я не помню. У них, что ли... Вот этот щит был? Или нет? Я не заметил, что у них там за щит был. Скорее всего, не этот. А если не этот, то какой? Может быть, этот? У них что, королевский щит, что ли? Треугольный щит короля? Ну, вид такой довольно интересный. Я что-то думал, что это броня из другого DLC. Из огненного. Прикольно, прикольно. А по весу 49. Так вот, стоп, он легче получается. Получается, он такой вот, столько же весит. Столько же, сколько сет Бенхарта. Удивительно. Можно попробовать... Так, ну-ка, стоп. Что у них там по элементальной защите? Угу, это огня у них... Лучше, чем у сета Бенхарта. Наверное, он мерцающим титанитом улучшается. Сейчас мы это посмотрим. Ага, ничего себе. Обычным. Обычным титанитом. Нифига себе, нифига себе. А это очень интересная броня. Ее стоит прокачать, и, возможно, я в ней даже буду ходить. И выглядит прикольно, и характеристики. Кстати, у нее тоже нулевое сопротивление, что окаменение, что проклятие. И у юбки, кстати, окаменение тоже нулевое. Так, ну-ка. Теперь хватает, ну, то, чтобы качнуть это. Качнул такие до плюс 8, остается 3 штуки. Составной лук плюс 5. I'll be around if you make it back. Ну и на самом деле не стоит забывать, что там ящерицы еще были. А для того, чтобы их достать, надо отсюда, получается, идти. Ого. Ха. Ничего себе. Можно сразу перед уходом отжимать кнопку, чтобы он вверх поднимался. Thank you.
успел щит поднять вовремя. Да ладно. Вообще, проще, блин, к нему подняться. О, теперь он спрыгнул. Сейчас он кнопку активирует. Давай, иди сюда. Такс. Надо, наверное, поставить дубину на всякий случай. Мерцающий титанит, две штуки, мерцающий камень, две штуки. Чуть один две штуки, старый камень, просто ты две штуки. С ящерицами все. Так, но наверх нет смысла, я так понимаю. А ну-ка, пройдусь я теперь здесь. Ну, здесь, как мы уже видели, обломано. Или не обломано, а просто... Хотя да, обломано. Все ничего не даст. Можно, конечно, прыгнуть туда, хотя я тоже не уверен. Еще кошачьи штаны на всякий случай одеть. Но если я упаду вниз, то это жопа, скорее всего.
Ха-ха. Нифига себе, а как он отсюда допрыгнул туда? Я в шоке. А ну-ка еще раз. Ты что ты гонать? Мне кажется, я еще ящерицу слышу. А, кстати, что у меня хп так отнялось? В таком случае можно и здесь вниз тоже спрыгнуть. Охренеть. Угу, по карнизу хотел пройти и... А там дно даже есть. Но высота очень большая. Ну отсюда можно туда спрыгнуть, но нужно ли? Может быть туда можно? Я просто могу сейчас, блин, убиться и все. Я думаю, стоит просто с той стороны сюда прийти. Сейчас использовать перо. Ну-ка посмотрим. Больших осколков вообще нету. I'll be around if you make it back. Яда хуже защита. Но в остальном... Ну, от молнии хуже, в остальном лучше. Ну что ж, эту серию я, наверное, завершу. Возможно, не слишком она результативная. Но в следующий продолжу изучение святилища дракона. Центральную часть. Ну и там уже очень близко бой с боссом, я так чувствую. Всем спасибо, что смотрите. И до встречи в следующей серии. Всем пока.